В этом видео я вновь показываю смешные моменты, которые случаются в игре Sniper Elite 3, в сетевой игре. Вот. Посмотреть за ними интересно. Можно улыбнуться или что-то необычное увидеть для себя. Ну, здесь вот товарищ завис. Так бывает в этой игре, иногда она глючит. Видел такое подобное не раз, в разных только позициях. Осторожный, но ему это все равно не помогло. Ну, здесь один товарищ жаждет моей смерти, но вот что с ним произошло. Это весело. Вот, здесь очередной игрок хочет меня выкурить с хитрого места. Но мы сейчас посмотрим, что с ним случится. Вот так вот. Вот здесь я сижу, высматриваю свою жертву, и вдруг замечаю, что кто-то по мне сзади стреляет. Но игрок оказался настолько неопытным, что я его опередил. Вот здесь интересный момент. Я ставлю ловушку, но надо самому не попасть на ловушки. И смотрите, какая хитрость есть для того, чтобы этого избежать. Вот ловушка чужая стоит, я подкрадываюсь и... Оп! Мы ее обошли и даже нисколько не поранились. Вот я заметил еще одну ловушку, которая тоже просто срабатывает, и все, я цел невредим. Вот в этом видео надо понаблюдать. Вот так вот. Здесь еще один ко мне крадется. Там стоит ловушка, но она... Он ее пробегает, но тут встречает меня, и... Я его пригвоздил к стене. Это я так, балуюсь. Здесь я бегу по своим делам, и справа не замечаю игрока, который тоже оказался неопытным настолько, что не мог попасть в меня, даже когда я просто сижу непрерывно. То есть вот он стреляет, но не попал. Здесь меня хотят выкурить с этого места, но давайте повеселимся. Вот так вот. Здесь еще один умник хочет меня выкурить с насиженного места. Ну, я с ним разбираюсь. Вот так вот. И на нем завершил полосу убийств. Здесь я замечаю, что рядом со мной, с местом, где я сижу, идет какая-то стрельба, и я смело вступаю в бой. Вот так. Как бы нарубил немного. В этом видео никаких убийств не будет. Здесь просто интересный момент с зависанием. Вот такой получился. Я его заснял. На этом все.